Провожу эксперимент. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Вот она, пленочка. А то мне под моим... под ним прохождением там написали, что будет, если 50 раз потыкать. Вот хотел проверить. Ну, пойдемте проявим пленку и посмотрим, что там. Добежали, смотрим. Чё там, рекрут? И всё? Да. Ладно. Что-то я не понял, на фотке у Ребекки, что ли, было? Вескер запал на нее, чё эту фотку у него делала? Я думал, там будет что-нибудь такое интереснее. Ну ладно, я всех приветствую на очередной части Resident Evil 2. Так, сегодня будем следовать правую часть. Продолжать следовать правую часть здания. Так, здесь мы вроде этого ликера не убили. Что-то он там куда-то уперся. Вот тебе и вот. Стоит промазать из арбалета. Три стрелы в молоко сразу ушли. Так что здесь надо аккуратней. Ставим камушки, камушки. И полушаем синий камень. Опять типа змеи, что ли? Сколько у нас там? Две ячейки свободно. Съесть. Ой, я что сделал? Съесть траву всегда успеем. Думаю, две ячейки нам хватит. Пойдемте узнаем, что здесь. Какая-то странная комната. Ой, ё-моё. Who is that? Ой. О, я жутко извиняюсь. Я думал, вы одна из этих зомби. Вы шеф Айренс? Да, это я. Скажите, а кто вы? Хотя не говорите, какая разница? С вами произойдет то же, что и с остальными. Это дочь мэра. Мне сказали оберегать ее, но к моему стыду я не смог. Вы взгляните на нее. Она была настоящей красавицей. Я ни у кого не видел такой чудной кожи. Да очень уж. Скоро. Такой пиксельной часок, кожи. Она встанет, но будет уже одной из зомби. Должен быть способ избежать этого. Вообще-то говоря, есть. Для этого необходимо пустить ей в пулю мозги или полностью расчленить ее. Жечь еще можно. А учитывая, что анатомия когда-то была моим хобби, довольно же? Пожалуйста, я сейчас хочу побыть один. О, кстати,
Трофеи, как в особняке. Он их сюда, что ли, перетащил? Орел, лось. Чё за дебил этот Айронс? Может его пристрелить? Он, оказывается, еще и прозрачный. Пожалуйста, я сейчас хочу побыть один. Старый извращенец, передернуть решил. Давайте обшарим здесь, может, что найдем. Сидит тут, понимаешь. Я думал, он уже каюк или там исчез. Не думал, что он тут будет сидеть. Шеф Айронс. Он же вроде косвенно связан с Амбреллой. Взятки брал. На все закрывал глаза. Че тут не обойти, что ли? Ладно, дальше пошли. Чё тут пусто как-то. Видимо, что-нибудь скоро произойдет. Пак-пак-пак-пак-пак-пак. Опять длинные коридоры. Там кто-то меня за нос водит. Чё это там за комната? Бегаю что-то по кругу. Проклятатель. Так. Дневник секретарши шефа. Ты у секретарши, что ли, или кто это? Когда я сегодня приблизилась в кабинете шефа, он вдруг ворвался в двери с покрасневшим от ярости лицом. Я поработал здесь всего 2 месяца, но это уже второй раз, когда я вижу его таким. В прошлый раз он так злился на меня, когда я подвинул эту статую, только теперь он был еще... зол, еще больше зол. Мне даже показалось, что он был готов ударить меня. Мне наконец удалось выяснить, что все это время скрывал шеф. Если он узнает об этом, моя жизнь кажется серьезно опасна. Уже слишком поздно. Это еще мудренее. Ну и написала бы, че, блин. Че мы тут гадать, да? Подожди. Отпусти меня. Эй, полегче, я не зомби. Теперь ты в безопасности. Меня зовут Клара, а тебя? Шерри. Ты знаешь, где твои родители? Они работают на химическом заводе Амбрелла, на окраинах города. Химическом заводе? И что же ты делаешь здесь? Мне позвонила мама и сказала идти в полицейский участок, потому что оставаться дома небезопасно. Думаю, она была абсолютно права, но и здесь тоже опасно. Тебе лучше пойти со мной. Но там что-то есть. Я видела это в окно. Оно намного больше, чем все наши армии. И оно идет за мной. Что это было? Это то, о чем я говорила. Оно здесь. Шерри, подожди. Это дочь Уильяма Биркина и его жены, что ли? Если я не ошибаюсь, так не похоже, чтобы его использовали. Че, камин? Блин, у меня нет зажигалки. Или не надо тут использовать? Ладно, еще потом тут проверю. Что-то они здесь так отобразились, мне показалось, что-то плоская карточка, и такая с патроном были. Кубок, кубок, кубок.
Так, что тут вообще такое? Ничего полезного, может разнести тут все. Ладно, уходим отсюда. Вроде особо ничего не нашли, кроме этой девчонки Шерри. Дрифтуем. А где наш друг здоровяк в плаще? У меня такое ощущение, скоро мы его встретим. О. Шеф? Шеф. Как Саус Парк. Эй, шеф. Черва. Интересно, если не смотреть инфо, она автоматически откроет черву. А, вот сюда, наверное, эти три штуки вставить надо. Нет, это надо соединить. Вон там дневник, что ли, его? Как они все любят дневники заводить. Все кончено. Эти кретины забрали, все-таки сделали это, несмотря на все свои обещания, не уничтожили мой город. Вскоре улицы заполнят зомби. Возможно, и я стану одним из них. Если так случится, я убью все в городе. Согласно плану, мне удалось внести существенное замешательство в ряды полиции. Я постарался сделать так, чтобы никто не смог пойти в город или выбраться из него. В мире живым я лично проследил за тем, чтобы все, возможно, пути бегства из города были перекрыты. Несколько выживших еще пытаются спасти через нижний уровень, но уже я постараюсь, чтобы никто из них не смог выбраться. 26 сентября. Я передумал насчет выживших с нижних уровней. Я решил, что прикончу их сам. Меньше часа назад я прикончил. Чё я? Не пойму, блин. Кончил что-то, короче, куда-то. Эда выстрелил в спину, я смотрел, как он бился в агонии на полу в луже собственной крови. Выражение его лица было просто чудесным, он умер, глядя на меня, широко открытым глазами. Это было поительно, и зависит, интересно, жива ли еще дочка мэра. Я позволил ей бежать, чтобы продлить удовольствие от охоты. Да, я буду наслаждаться своим новым трофеем, но я сейчас остаюсь в позе, которую я сам выберу. Да, тут у шеф что-то явно не все дома. Шеф. Так. Змею сейчас поставлю я в эту штуку. Еще попробую. Камин, может, зажгется. Проэкспериментит. Так. Так, пока пауза. Ну, как я и думал, камин не зажегся. Так, ладно, змею вставили тогда. Да, блин, здесь же не обижать, что ж такое-то. Что-то я не понял смысл Айронса убивать всех и не выпускать из города, хотя чтобы тут все сдохли. Или он боялся, что зараза распространится. Что мало ли кто-то. Но если второй, то ладно, его еще можно понять. А если он так просто. Так. Что, куда бежим сейчас?
Зажигу тогда оставляем. Мне надо еще ключ бубна добить. Так, второй этаж вроде все. Спускаемся на первый. Кстати, хочу вас спросить, какое вам оружие больше нравится, дробовик или этот тупой арбалет? Словом тупой я подчеркнул свой выбор в пользу дробовика, который к тому же в дальнейшем улучшается. Да даже и не улучшен, но мне кажется, все равно лучше, чем этот арбалет, который выставит сразу по 3 стрелы. Зачем бедный Клэр дали это фигню оружие? Ладно бы он убивал метко, а то как-то стреляется не то не сё. Ой-ё! Ой-ё, всё, сейчас умру. Нет! Так, мне пришлось сохраниться, заново, конечно, это все. Все эти диалоги выслушать по 10 раз, ужас. Потому что сейчас попробую через верх тогда пройти, но что-то у меня такое ощущение, с той двери тоже, наверное, в упор эти зомби стоят. Здесь еще этот урод в плаще где-то шляндает. Так, вот сюда пойдем. И мне уже страшно, если меня опять убьют, я не выдержу. Почему видео вставки можно пропускать, а эти болтания невозможно? Господи. Нифига он, блин, за километр прыгает. Сколько я не убил-то? Я же здесь вроде одного или двух оставлял. Какого хрена тут столько? Ладно, патронов, в принципе, достаточно. Да какого хрена их здесь столько, а? Что-то я вообще ничего не понимаю. Так, ладно. Пошли на корм зомби. Все, хана. Да? Ну оттолкнул уже, ну беги дальше. Зачем вот стоять еще? И ничего невозможно успеть сделать там. Вот и в чем минус этого арбалета. То, что он, блин, стреляет как-то вообще косо и не убивает. Сейчас был бы дробовик, можно было от этой кучи отвязаться. Так. Ну их нафиг, пойду здесь. Пока здесь пойду. Кстати, там третья дверь есть. Ой, ё-моё. Откуда ж у вас здесь столько? Ой, господи, ну... Что так не везёт, а? Все патроны куда-то растратил. Да на тебе, урод. Так, все, не могу. Надо одну траву жрать. Надеюсь, она меня до зеленого вылечит.
Так. Это что, лестница вниз, что ли, ведет? Или куда? Что-то я забыл уже. Так. О, господи, ребята, сколько у вас здесь? Стрей! Не подходите ко мне! Да, ощутил я экстремала в этой части. Кровожадные твари. Вроде все мертвы. О нет, все, я вспомню сейчас. Это вниз к собакам. А, здесь трефы, блин. Фу-фу-фу. Так. Внизу ящик для сохранения был. А, видимо, фиолетовый это у нас черва. Так, еще раз. Я не знаю, как я буду пробираться через тех зомби. Они же все заблокировали. Арбалет не спасает. Ракетница у меня там один патрон остался. Опять же шавки тут будут меня доставать. Или нет? О, господи. Привет, ребята. А где собаки? Да отцепись ты, мать твою. Уходим. Ай! Забывай про перезарядку. Не-не-не-не. Не смей. Да блин, когда она в него попадет? Пока в упор, что ли, не подлезет. Так, еще вроде один. Спортсмены какие-то прыгать научились, смотрю, да? Тошные крики. Ну а хорошо, что не собаки это. Слушай, а до тебя достану? Достаю. Просто отстрел какой-то идет. Жесткий отстрел. Так, здесь у нас что? Что я здесь находил в прошлой части? Надо вспомнить. Нифига, у меня 80 патронов было. Осталось 30. Ой, опять эти переключатели. Так, как там было? Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх, что ли? Вверх. Вниз, вверх. Вниз. Вверх. Фу, слава богу.
Так, что здесь есть? Карта полицейского участка. Так. Так, зеленый это треф у нас. Так, там гараж. Там люк. А, вот там можно сохраниться. Сейчас спустимся. О, нет, собаки что ли, или кто там? Ого, уходим отсюда. Вот здесь вроде сохранка. Да. Ладно, до следующего раза. Жесткого прохождения Resident Evil 2.